Приветище! Это Супраленд, и мы находимся в логове мэра. Это его тайное, противное и ужасное лавовое логово. Он всячески строит нам козни, чтобы мы сюда не проникли. И ну вот посмотрим, что он будет делать сейчас. Вон он стоит, смотрит на нас, на наши действия. А нам нужно решить, как попасть на ту сторону. Но, во-первых, тут ничего пока что нет. Кубик нам поможет, тут нет. Не, я думаю, что мы не допрыгнем. Я включу пряжку. У меня есть Тесла, у меня есть телепорт-пушка. Кстати, вот телепорт-пушка, да, я сделаю вот так вот, смотри, хопа. Я возьму. Отключу пряжку, чтобы не магнитило мой шарик. Ну, посмотрим. И прыжок. Опа-на, вот мы здесь. Перепрыгнули. О-о-о. Получай. Это твой последний шанс. Прекращай немедленно. А то что? Что ты мне сделаешь? По жопе мне надаешь или что? На тебе еще. Подпалим твои усища и твой жирок. Сделаем жареное сало. Тут вроде бы ничего нету. Ладно, пойдем. Будем прыгать по ложкам, вилкам при помощи нашей пряжки. Ух, сейчас будет жарко. Так, вначале я, наверное, вот сюда вот залечу. Ага. Отлично. Бюм. Воу-воу-воу-воу-воу. Чуть ножки не обжег. Пока хорошо, идем с тобой. Очень отлично. Дальше нам нужна вот такая штука. Сейчас. Еще чуть-чуть. Есть. Зацепились. Прыгаем вверх. Он уже здесь. Как-то так быстро. Если пойдешь дальше, то случайно можешь закончить игру. Рассмешил. Кстати, в комментариях мне писали, что это почти финал, тут будет какой-то босс, ты его побеждаешь, и типа все. Но я не верю в это. Я не верю. Тут еще столько всего, у меня всего лишь 56% пройденной игры. А это очень мало. Надо до сотни, ну ладно, хотя бы до 90 добить надо прохождение этой игры. Окей, значит, дальше на вилку, потом туда-туда-сюда. Угу. Вон там, смотри, что-то есть или мне кажется. Сейчас я попробую туда долететь. Стоп. Стоп. Опаньки. Нет, наверное, мне показалось, что там что-то есть. Хотя вон там вот свечение какое-то. Если я попаду вон на ту... На тот выступ, где мэр стоит, я вон туда как-то заскочу. Ладно, об этом позже. Идем пока прямо. Преодолевая жар и... А, черт! А! Да, мэр был прав. Я закончил игру гейм-овером. Пряжка активейшн. Полетели. Опа. Вот. Есть, долетел. На носочки приземлился. Так, а как мне тут теперь запрыгнуть? А, ну мы воспользуемся вот этой штукой. Есть. Проведем электричество. Как нам это сделать? Шарик давай здесь оставим. Он же проводит электричество. Да стой, пряжка, отрубись. Стой, подожди. Вот, шарик, постой тут, пожалуйста. Просто вот так вот. Стой. Я запрыгиваю. Вау, нифига себе полетел. Смотри, что это. Разве ты не хочешь поиграть еще немного? Разворачивайся прямо сейчас. И захлопнул дверь передо мной. Кстати, ты слышал мантру эту вот такую? Вот она. Я ее раньше по радио слышал. Теперь я слышу ее вообще очень хорошо. Так, по цепям, скорее всего, нам нужно перебираться. Я сейчас шарик вот здесь вот куда-нибудь вот сюда закину. Ой, как шарик вылетел. Ну да, наверное, по цепям. Других вариантов тут нет. Хотя, может... Да ты прекращай, что ты меня так пугаешь. Может, тут и другие лазейки есть. Сейчас, минуточку. Можно вон туда залезть, кстати. Кстати, да. Так, секундочку. Я вот здесь вот оставлю. Где мой? Иди сюда. Иди сюда. Вот здесь вот полежи. Вот здесь вот. Да прекращай мантру читать там. Я хочу вот сюда сбегать, глянуть, что тут у нас. Можно залезть вот тут вот. Но мне, честно, хочется вон туда попасть еще. Ладно. Ты видел, как шарик мой взлетел? Ой-ой-ой-ой. Горю. Подождите-ка. Смотри, что происходит. Серьезно? То есть и туда можно... Сейчас, минутку. То есть, когда вот эта мантра, вот этот голос... Сейчас смотри, видишь, шарик падает. Короче, голос резонирует, и шарик летит от резонации. Как он высоко-то летит, а? Прикольно.
Сейчас он перестанет петь, и шарик упадет. Смотри. Чпиньк. Так, подожди, минутку. Я хочу, чтобы ты вон туда залетел. Вон туда, да-да-да-да-да. Телепорт. Так, мы здесь. Что у нас здесь? Ну, давай еще выше поднимемся. А здесь... Ух ты ж, нифига себе. Ты посмотри на это богатство. Очешуеть. Секретная локация. Сколько я тут золота-то нашел, а? Не зря я сюда лез. Как чувствовал. Так, ладно, выбираемся. Выбираемся отсюда. Значит, ключ. Там есть ключ. Хм. Он тоже, видишь, резонирует и взлетает. Сейчас именно туда и полетим. Давай, шарик, давай, давай, давай. А, и двери открываются, когда все резонирует от этого голоса. Все, шарик там. Телепорт. Мы здесь. Тут ничего интересного. Минутку. Там просто цепи, там ничего интересного. Ключик я могу взять. Шарик сейчас сюда кинем, откроется дверца. Я хватаю ключик и спрыгиваю с ним. Правильно? Опа. Здесь, о, отлично, я здесь могу поправить свое здоровье. Сейчас. Сделаем масочку для лица. Балдежно. С облегчением. Сейчас двери откроются. Ух ты ж, ё-моё. 200 хп. Плюс 100. Плюс 50. Это чрезвычайно ценное существо. Не трогай его. Подожди, он золото выкачивает? Минутку, минутку. Нет, он золото не выкачивает. А кто это такой? Ты что, медитируешь? Он реально медитирует. Привет. Он такой няшный, милашный. Так, а можно я фоточку с тобой сделаю? Сейчас, минутку, надо как-то его сфоткать. Вот так вот, вот четко все. Скриншот есть. Мы его можем освободить. Но учитывая его здоровье, мне об этом, кстати, писали в комментариях, что там встретишь босса, у которого будет 200-150. Подписчики любят спойлерить прям вообще. Но зато я знаю, что будет дальше. Главное увидеть это своими глазами, понимаешь? Прочитать, услышать это одно, а увидеть глазами это другое. Смотри, как ключ гонит. Значит, у меня есть красный ключ. Понять бы... Тут... Или это уже не красный ключ? Да нет, он красный. Ну давай попробуем вот сюда подойти. Вроде бы вот это красный замок. Да? Подходит. Отцепили. Кнопку нажимаем. Что произойдет? Так. 50 здоровья первые мы активировали. Ну давай мы тебя огненным бластером полупим. Говорили, что он очень жесткий и очень опасный. Но вот 50 здоровья, пожалуйста, я ему уже... Снес очень быстро. К тому же у меня тоже здоровье дофига. Я не простой пластмассовый мальчик. Да все. Да убей ты этого идиота уже. Это мэр говорит гиганту. Он дальше пошел медитировать. Обиделся. Хорошо, ищем следующие ключики. Двери открываются. Здесь мы были. Вон туда пойдем. Посмотрим, что у нас здесь. Минутку. Вот эти двери как открыть? Как нам открыть эти двери? Они сами по себе открываются, нет? Нет, их нужно как-то, понял, активировать. С другой стороны. То есть мы сейчас забегаем сюда. Ух ты, сколько тут лавы. Это кто? Это что тут такое? Привет, ты кто такой? Я случайно сказал, минимальная заработная плата, когда мимо проходил барон. А, понятно, и тебя сразу же в клетку заперли. Бедняга. Ух ты. О, привет. Можно тебе как-то открыть? Тоже медитирует, смотри. А если он петь перестанет, ты упадешь? Сейчас проверим. Нет, он все равно медитирует. И летает. Инстинкты — ложь. Говорит испуганное тело в надежде ошибиться. Отпусти земные узы, войди в пустоту, опустоши свой разум и стань един с ветром. Я свободен. Ясно. А вы что скажете, товарищи? Батарейки такие чувствительные, прямо ужас. Это дамы тут сидят в тюрьме. Даже я лучше переношу огонь, чем они. Ясно. Ну в этом, кстати, есть доля правды, потому что батарейки всегда взрываются, когда их подносишь к костру. У нас есть огромный шарик, который поднять я не могу своим мускулистым телом, к сожалению. Нужно его поднять каким-то другим методом. Давай делать это. Здесь у нас есть золотая... Вот такая штука, которую мы можем закрепить к другой золотой. О! Ого! Мой кубик тоже может
Давай я его сюда кину. Закрепить к золоту я его могу, то есть к решетке не получится закрепить. А к чему? Батарейка вон там, кстати, смотри. Батарейка нужна, а где ее достать? Минуточку, секундочку. А где достать батарейку? Здесь батарейки нет. Значит, нам нужно куда-то еще сбегать. Пойдем сейчас сбегаем. По всей видимости, нам нужно подняться вон туда. Как мы это сделаем? Кубик под себя и полетели. А, я слишком тяжелый, что ли? А, так а чё я? Зачем мне на кубики подниматься, если я могу сделать вот так вот? Опа, все, мы на втором ярусе. Здесь пока что ничего интересного вообще. Еще один ключик. Вот батарейка. Спичек нету. Для кубика смотри место. То есть... Сейчас сюда поставлю. И это тоже сюда поставлю. Сейчас все должно открыться, по идее. Кубик упал не туда, куда нужно. Эх. Вот так вот. Что-то там открылось и закрылось. Так, минутку. Минутку. Все понятно, кубик съезжает просто от потолок. Видишь, потолок такой косой, и он об него съезжает. Так, ладно, вот так вот стой. Отлично, двери открылись. Я могу сделать вот так. Эх, не успел. Черт. А, ну не успел я, потому что забрал снаряд телепорт пушки. Стой минутку, это что такое? Я могу... А, кнопку активировать? Но я не... Есть возможность ее нажать, но она не нажимается, блин. Ты видел батарейку? Я не видел. Она, скорее всего, вот здесь вот. Но спичек у нас нету. Вот здесь куча факелов. Возьми просто факел и поднеси сюда. Как нам... А, да что ж я туплю-то? Вот у меня, блин, огнезажигалка есть. Зажигалка. Спустили. Давай батареечку вставляйся. Есть. Эту дверь мы... Минутку, что я здесь забрал? Эту дверь мы открыли. Короче, все, пазл сложился. Я понял, как пройти эту головоломку. Смотри. Нам нужно просто поджечь батареечку. Единственное, я не знаю, пушка... Пушка так не стреляет, ясно? Значит, нужно что-то другое. Короче, смотри. Батарейка, когда мы ее вытаскиваем, она закрывает вот эти ворота, открывает вот эти, что нам нужно, в принципе. Вот, видишь, что происходит? Для этого, чтобы нам эту штуку реализовать, нам, скорее всего... О, спички понадобятся. Да, нам нужно поджечь спичку, положить ее прямо вот сюда. Она поднимется, и все. Блин, а как с кубиком-то быть? Ставим кубик. Теперь делаем вот такую штуку. Давай быстрее. Да ты не цепляйся за него, блин. Вот так вот. Вот, отлично. Все, кубик теперь не улетит. Ну, вроде бы как. Кажется, все складывается. Берем теперь батарейка. А куда батарейка? А, батарейка улетела вон туда наверх. Батареечка, вернись, пожалуйста. Батареечку кладем. Вот. Спичку берем. Отлично, момент. Самый раз момент. Спичку зажигаем. Бежим. Давай. Бабах. Четко, ключик берем. Дверку открываем и валим отсюда. Сейчас я наберу опять огнемет свой. Ты изрядненько израсходовал. Пополняем запасы, есть. Огнемет — это вообще вещь против этого бугая. А, тут же батарейку надо будет потом вернуться забрать. Стой, батарейка. Давайте я просто отсюда скину. Скину вот сюда. Вот сюда. Она потом упадет тут и все. И ключик тоже, иди со мной. Опа! Сейчас я вставлю батареечку. Давай, поднимайся туда наверх, если сможешь. А я ключик, вернись ко мне. Где, куда ключик-то улетел? А куда ключик делся? А, вот он ключик. Нет, подожди, не этот ключик, вот он. Вот он ключик. Ключи все здесь одинаковые. Значит, открываем вот эту. Ну что, погнали. Давай. А, кнопку же нажать надо. Кнопочка. Опаньки. Оу. Ну ты вонючка. Ничего себе. Вот это ты даешь. Фу-фу-фу-фу-фу. Я уже на тебя весь... Блин, пропустил. Фаербольчик один ты мой. Я на тебя уже все огнево потратил. 14. Ух. Нормальненько так. А как насчет Теслы? Бабах. Бабах. Все. Готовченко. Да убей ты уже этого идиота. Здоровяк не может меня убить. О-о-о. Он не может просто тупо, чисто физически.
У меня слишком крутые пушки. Он на самом деле очень легкий. Но я сейчас посмотрю, что будет на третьей волне, конечно. Но он изичный. Хотя в комментариях писали, что оно очень сложное. Ты посмотри на мое здоровье, ты посмотри на мой арсенал. У меня фул очень сложный. Значит, теперь думаем, как нам что здесь сделать. Во-первых, нам нужно как-то батареечку туда закинуть. Она встанет, не встанет? Ага, встала. Все, разряд запустился. Дальше нам этот разряд нужно. Смотри, она по цепям. Вот эта клетка, она вроде бы как золотая, да? Но зацепиться я за нее не могу. А, она, наверное, бликует от лавы, поэтому кажется, что она золотая. Она обычная на самом-то деле. Смотри, вот эта вот деревяшка, я могу за нее зацепиться. И сделать вот такую вот штуку. А дальше как? А как дальше? А, так вот, смотри. Хопа. Вот. Электричество передается. Все четко. И теперь нам нужно как-то вон туда электричество подать. Или наоборот все сделать. Минутку. Нам нужно сделать вот что. Вот что, вот что, вот что. Вот так вот нам надо сделать. А, не хватает. Не хватает. Не хватает. Значит, цепляемся туда. В общем, тут все оказалось гораздо проще. Смотри. Шарик не могу поднять, да? А когда он поет, я шарик могу поднять. Соответственно, мы сейчас сделаем что? Да блин, вернись назад. Вернись назад, говорю. Мы его сюда закидываем. Короче, надо просто местами поменять. О, смотри, я его могу и раскалить. А если я его раскалю, я смогу к нему примагнититься, интересно? Ну-ка, суперлуч. Нет, не магнитис. Короче, нам нужно просто местами поменять, смотри. Телепорт мы берем, ставим вот сюда. Он отсюда никуда не улетит. И все вроде бы работает, да? Да, двери открыты, все, побежали, побежали. А, обжегся. А, чуть-чуть, четко обжег. Кстати, надо пушку набрать, а я ее уже набрал. Не понял. Что у нас? Шарик вылетел. Эх, сейчас минуточку. Побудь здесь. Я сейчас добегу. Я сейчас прибегу. Давай, открывай двери. Давай. Есть, я здесь. Выносим ключик. О, да. Оу, ее. Все, последний ключик. Смотри, вот тут решетки какие-то, туда тоже как-то можно попасть. Потом порешаем этот вопрос. Вставляем ключик. А, он медитирует на природу. Я только сейчас обратил внимание, что на природу медитирует. Гляди, какая там красота. Балдежная. Ладно, activation кнопкейшн. И погнали, сотку. А, нет, 200. Нифига себе, ты высоко прыгаешь. У-ху-ху. Что тут происходит? Он очень взбесился. Очень взбесился. Ой, кислотечка. Ну вот, половину мы уже снесли. Мне бы лаву где-нибудь раздобыть. Кстати, я могу поглощать вот этот огонь? Нет, не могу. Это не очень круто. О, вот это что такое? Ох, нифига себе, как она взрывает-то. Бабах, бах, бабах, бах. Да, я тебя сейчас укокошу вообще, изи. Смотри, вот эту штучку сейчас подрываем. Ух, как ты подбежал ко мне. Тихо. Спокойствие, не паникуем. Что-то у меня заряд кончился, слушай. Это прям не круто. А что ты так близко ко мне подкрался-то? Зарядик, давай. Еще чуть-чуть. А, промахнулся. Прыжок. Нате. Может его киркой подолбить, слушай. Вот, киркой его снес, вообще. Получено достижение. Чего? Внутренний покой. Я получил достижение. Он сейчас разобьет это стекло, скорее всего. Да. Ну да. А где этот барон? Че он скажет? А, он упрыгал далеко и далеко. И высоко, точнее. Вернись, ты мерзкая тварь, скорее всего, он хотел сказать. Угу, не знаю. Он в трубу куда-то свистнул. Я слышал. А как же нам попасть вот сюда? Вот сюда-то как бы нам попасть? Туда прям можно попасть. Через верх. А я туда уже не попаду. Слушай, туда надо было раньше как-то попадать. Вон там через верх. Блин. Ну, короче, открыли бы вот эту вот решетку. При помощи кубика. А когда он медитировал, открывалась вот эта дверь. Ну, я теперь наверх, по всей видимости, уже не попаду, да. Без медитации. Ладно, пойдем. Че, подожди. Примагнититься можно? Нет, нельзя. Если... Электроразряд. А, так это здоровенный микрофон. Все ясно. Походу нам только в трубу.
Эх, надо было не торопиться, не убивать его. Надо было замок вокруг весь облететь. Посмотреть, может, там еще где-то нички какие-то были. Здесь вроде все пусто. Заходим в трубу. Посмотрим сейчас куда. Ха-ха-ха. Вон оно что. Я теперь... Сейчас и подхилимся. А что все закрыто, я не понял. Почему все закрыто-то? Погоди, ты вообще откуда? Я думал, что эта труба никуда не ведет. Ну вот, теперь ты знаешь. А почему все трубы-то закрыты, я понять не могу. Я их так открывал. О, смотри. Поскольку медитация прекратилась, качание денег тоже прекратилось. А вот радиоприемник, который передавал медитацию этого бугая. Чего вы все так смотрите на меня? Что вы хотите? Сейчас я здоровье свое поправлю, масочку сделаю. Мне нужно спа, чтобы расслабиться. Сейчас меня, походу, будут отчитывать. А ну, разбежались. Что-то никто не хочет никуда разбегаться. Ну что, пойдем выслушивать? Как всегда. Может, в трубу сбежать обратно? Ладно, я выхожу. Не бейте, не ругайте. Что произошло? Водопроводчик только что вылез из той жуткой трубы, и поток денег вдруг остановился. О, меня аплодируют. Я герой? Не знаю, что ты сделал, водопроводчик, но ты наш новый герой. О, я реально герой. Спою, пою. Вот. А, это я. У меня шляпа, кажется, есть. Что здесь происходит? Моя статуя... Какого черта? Моя великолепная статуя исчезла. Благодаря мне все вы были в безопасности. Только благодаря мне. Ну, не все. Если вы не можете достойно отблагодарить своего защитника, то не заслуживайте его помощи. Да проваливай ты уже. Теперь я мэр этого города, понял? О, он за сало убежал. Давай пока. Кажется, теперь у нас есть все, чтобы вернуться на поверхность. Ну, отлично. Короли ждут на верхнем этаже, так что давай туда. Эй, водопроводчик. О, все двери открыл, спасибо, точнее все трубы. В прошлых областях остались еще способности и секретные локации, но ты можешь вернуться туда позже. Хорошо. Значит, а вот это вот что интересно за локация секретная, а? Типа выход? Значит, здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были. Мы можем вернуться, мы можем... Подожди-ка. Сейчас, минутку. Мы сходим с тобой туда, где нужна была телепорт-пушка. Шикарно, шикарно, шикарно. Все чудесно, теперь бежим. Шустри. Перелетел. Четко. Сейчас мы узнаем, что скрывает эта пещера. Вот эта щель. Для чего она вообще там? Что же там? Эй, пряжку отпусти. Ну-ка, где это я? О-о-о, сколько денег. Сколько денег. Ну-ка, поехали. О, и забрал золотишечко. Ну пойдем вниз пусть. А хотя я здесь, наверное, был. Да, точно, я здесь был. Блин. Да, вот, стой. Блин, я сюда упал. Я, короче, вот в этом сундуке нашел пряжку. Ну, я, конечно, красавчик. Вот это я тут четко выгляжу, да? И с киркой, ну, вот так вот. Ну, я, конечно, не знал, что у меня есть шляпа. Ну, теперь буду знать. Ладно, пойдем на второй ярус. Сейчас дорешаем оставшиеся головоломки. Единственное, я не помню, здесь у нас... Можно было где-нибудь спичку пожечь? А че? Откуда там монетка? А, они приостановились. Точно, там же труба. Там поток монет был. Так, где мне можно поджечь спичку? Подскажите, пожалуйста. А зачем? Зачем мне спичка-то вообще-то, блин? Я все забываю про свой блок. А, он сдох. Он сдох. Есть огонь, с которого я могу выкачать? Интересно, со свечки у меня получится забрать? О, получается. Четко. Прохождение игры, давай посмотрим, по-прежнему 56%. Ну, то есть ни о чем. Сюжет еще имеется. Кстати, а мэр-то наверху до сих пор стоит, нет? А, ну вон там кто-то стоит до сих пор, да. Какой-то перец. Что тут у нас? Ведро? Зачем? Фу, это туалет, ведро с какухой. Вот это да. Можно было даже не сжигать это все дело ради одной монетки и какули. Хорошо, возвращаемся сюда. Здесь нам нужна была телепорт-пушка, чтобы достать что-то очень интересное. Сейчас узнаем, что. Монетки, переключатель, который откроет нам третий этаж, да?
Да. Все, мы сейчас на третий этаж попадем. Возвращаемся обратно. Но, блин, может, на третий этаж мы чуть-чуть повременим? Да, все, третий этаж нам открыт. Нужно вернуться на пляж. Сейчас через трубу туда прыгнем. Попадем на пляж. И раз. Ага, мы вернулись. Так, значит, нам нужно было... Где-то здесь было... Вот она, пещерка эта. Сейчас посмотрим, куда нас приведет. Кидай туда снаряд. Секретное место. Что у нас тут? Перезарядка, время минус 50 для Теслы. Ваше оружие перезаряжается на 50% быстрее. Круто. Теперь Тесла намного быстрее. Да, вообще прям значительно быстрее набирает электричество. Выкидываем снаряд. Опять темно. Значит, куда мне еще нужно было попасть? Слушай, здесь. Вот сюда зайти. В комментариях писали, что у меня будет какая-то быстрая рука, которая будет отцепляться и лететь. Вот, возможно, она бы, блин, мне помогла. Подожди, а если, слушай, вот я шарик кладу, если я по нему Тесла. Но как бы не очень разряд-то получается. А еще нам нужно ключ найти от вот этого корабля. Где же мог бы быть ключик, а? А он, вон он. Когда ты забрался? Давай, мы сможем попуститься туда? Пряжечка, включись. Есть. Вот и ключик. Наконец-то я открою этот корабль и посмотрим, что же там у нас. Ключ-то такой необычный, крутой. Опаньки. Опа. Кто там куда-то поплыл, я слышу. Открываем, значит. О-о-о, пиратский сундук. Открываем его. Куча денег. Ну, в принципе, это было ожидаемо от пиратского сундука. Батареечку надо было скинуть. А, еще вон туда, смотри, надо попасть как-то. Вон там вот явно что-то есть. И сейчас мы узнаем, что там. Отцепляйся. А, огонь потух, блин. Капец. А что я спрыгнул-то? Чукча. Сейчас мы сделаем по-другому. Батарейку ставим сюда. Сейчас, ребят, побежите. Минуточку. Фаер! Вот так вот. Е! Запрыгнули. Только... А вот, все ок. Теперь мне нужно понять, что вон там. Во-первых, мы будем прыгать с кубика. С кубика, наверное, так будет проще. Опа. И что у нас здесь? Сундук. Пушка, обойма, плюс. Ну и шикарно. Здесь все нашли. Теперь в другую сторону надо запрыгнуть. И сейчас мы попадем туда. Закидываем шарик, он что-то там должен активировать. А, он открыл двери. Хорошо. И как нам теперь туда допрыгнуть? Ты знаешь? Возможно... А, мы там были. Мы туда ходили, да. Мы только что там были, когда вылезли с этой трубы. А туда я даже не знаю, допрыгну я или нет. Допрыгну. Вон туда я точно допрыгну? Наверное. А может быть зонтик притащить? Слушай, да, наверное, может зонтиком получить. Она все равно как-то немножечко, но зонтиком парилась. Да, сейчас я туда не допрыгну. Ладно, попробуем еще разок. Опа. Во, вот так вот получилось. Просто прыгнул без всяких кубов, без ничего. Просто прыгнул и все, перелетел. Кстати, вот этот зонтик, возможно, мне поможет добраться на белый камень. Да, вполне реально. Надо не забыть про него. Вернуться. Эту кнопку нажмем на всякий. Куда это мы пришли? А, здесь сундук, блин, а я-то думал. Что, реально всю игру, что ли, прошел? Дальность. Кстати, блин, в этого бугая можно было просто киркой кидать, а не бить его. Чуть-чуть не додумкал. Блин, ну тут получается тогда все. Эх, а я думал, дальше будет что-то. Так, ну хорошо, тогда спускаемся вниз. И предлагаю вместе с этим зонтиком вернуться вообще назад. Офигеть. Но я здесь зонтик не пронесу. А, я сюда никак не могу войти. Понятно. Зато я теперь знаю, как вот этот сундук достать. Минуточку, секундочку. Мы сейчас сделаем вот так вот. Кстати, вот эти штуки же тоже нам нужны, да? Опа, куда это я попал? А, вот куда. Ясно. Ну давай обратно. Сейчас заберем сундук вон тот вот. Секретная локация. Ух ты ж, блин!
Стой, минуточку, минуточку. Готов. О, он здоровье дал. Максимум плюс один. Ну здорово, спасибо. Теперь осталось только выбраться обратно. Это будет немножечко сложновато, потому что наш снаряд туда не хочет залетать. О, все. Ну что, теперь давай думать, как достать... Ну, точнее, попасть вон на ту гору. Как туда залезть? Как туда попасть? И сундук еще надо достать, между прочим. Блин, а че я туплю? У меня же есть телепорт-пушка. Че я тут извращенством каким-то занимаюсь? Вот серьезно. Короче, смотри, что делаем. Стреляем. Да блин, пряжка мешает. Стреляем туда, шарик. Нет, надо. Вот так вот, шарик покатился. Прыгаем вот сюда. Так, 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 минутку. Что-то я потерялся. А там мной кубик внизу был. Значит, смотри. Берем, открываем. Телепорт, забежали. Все. Прокатило, прокатило. Здоровье максимальное, плюс один. Забрали, значит, здесь. Теперь думаем, как вон туда попасть, а? Есть мыслишки? Короче, я здесь испробовал кучу всего. И пришел к одному очень крутому методу, как туда взобраться. Смотри. Значит, сюда мы можем запрыгнуть. Поставить кубик, прыгнуть вот сюда. Берем, короче, дальше телепорт-пушку. Сейчас, минуточку. Выстреливаем снаряд. Берем его вот так. Дальше кидаем и пуляем Теслой. Ой, плохо получилось. Сейчас, минуточку. Еще разок. Вот так вот. Давай, давай, давай. А что-то в этот раз плохо получилось, слушай. Да ё-моё. Походу, я поторопился, да? Сейчас, минутку. Сейчас все должно сработать. Это я тебе как профессионал говорю. Давай, 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 давай. Ну, ты видел, да, почти? Почти еще разочек. Во-во-во-во-во-во, видал, получилось. Теперь запрыгиваем тут. Ого. Ого, нифига себе, куда это я попал? Ничего себе. Ничего здесь у нас? Куча монеток. А что я здесь забыл? Как это я сюда вообще попал-то? Минуточку. Серьезно, тут можно было вот так пролезть? А наверх как-нибудь? Как-нибудь? Че, все по-новому? Блин! Блин! Шарик скатился. Эх! Так, а если я отсюда попробую? Подожди. Это капец как будет сложно сейчас. Но попробовать можно. Заряда не хватит, да, туда допулить? Ну да. Проще оттуда, конечно, это сделать. Короче, как только туда снаряд залетает, надо сразу пуляться туда. И все. Так, я здесь, я здесь. Я никуда не упал. Отлично, отлично. Я взобрался. Я взобрался на белую горю. На белую горю. Да. Я попал. Я попал. Забираем, значит, косточки. Одну штуку. Инерция. Получено достижение у меня. Фух, я взобрался. Ну что теперь ты радио? Что ты мне теперь скажешь? Где радио? А, все, оно исчезло, прикинь. Здесь радио висело, оно исчезло. Да, я все сделал, я все сделал, я все достал здесь. Крутяк. И че, сколько у меня? 60% прогресс. Уху. Возвращаемся обратно в наш Клиттаун. Я дома. Вернулся с пляжной вечеринки? Не, там куча дел было. Ну что ж, я думаю, что мы здесь остановимся. Хотя нет, давай поднимемся вначале на третий этаж. Может, там уже и финалочка прямо. Это тут совсем близочка. Итак, что же у нас на третьем этаже? Я здесь... Ого, 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 вот это да. Вот это... Тут, короче, самый блат собрался, да? Те, у кого куча бабла. Да. О, он тут свою фоточку еще влепил. А ты кто, рабочий, да? Ненавижу это место. Все называют меня иммигрантом. А, синий тут... Я думал, тут белые работают, тут синие работают. Водопроводчик? Ты здесь, чтобы спасти нас. Ты наш герой. А это кто, барон сам? Тот парень сделал состояние на финансовом треугольнике. Безумие, правда? Вон тот, который вон там стоит. Я даже не знаю, стоит к нему подойти или нет. А тут у нас что? Магазин. Магазин. Привет. Для моей работы нужны кости. Найди кости и принеси их мне. У меня есть одна косточка. В каждом регионе подземного королевства можно найти одну кость. 15 металлолома, эластичный луч. Офигеть. А 6 костей, чтобы сила выстрела увеличилась. А ты что изучаешь? Водопроводчик, и ты здесь. Это странный мир под нашим городом просто поразителен.
Я пытался собрать информацию об этих монстрах, но пока безрезультатно. Если мы найдем больше этих костей, то, возможно, мои исследования сдвинутся с места. Окей, я тебя понял. У меня только всего одна косточка. Короче, за 15 металлолома, за 15 минут, да, я могу эластичный луч купить. Теперь вы можете прыгать на силовом луче. Прыгать на силовом луче? Подождите-ка, дайте-ка я попробую. Прикольно. Он будет сейчас как батут, что ли? Что-то как-то... А, во! Смотри-ка, прикол. А насколько высоко я прыгаю? Можно за что-нибудь зацепить все? Вот так вот. Ну-ка, давай проверим, насколько высоко. О, ничего себе, прилично высоко. Страшно высоко, я бы даже сказал. Ничего себе. Батут. Батута. Ну ладно. Осталось только купить вот эту вот штуку еще. И вроде все. Балдежно. Ну что, ладненько, давай-ка, наверное, здесь остановимся. Потому что в следующей серии, скорее всего, точно будет финал. И мы будем искать секретные другие места. Оставшиеся 40% игры. Ну а на этом все. Если понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого ролика, на котором мы, собственно, с тобой и увидимся. Так что до встречи!